Привет! Привет всем! Очень много незнакомых лиц. Я вообще удивлена, что вы пришли наконец в эту субботу. На улице так прекрасно, а вы все тут. Тем не менее, не расходимся. Давайте я представлю нас еще раз. Меня зовут Саша, я занимаюсь маркетингом Яндекс.Метрики, в маркетинге, в диджитал-маркетинге. Я уже больше 10 лет, и, может быть, уже могу позволить себе сказать, что вот, а в наше время мы мерились там CPC, CPA и всем еще остальным, сидеть на диджитал-маркетинговой скамейке, лузгать семечки и говорить, что все остальные наркоманы. Маша, тем не менее, в маркетинге знает не очень много, но зато прекрасно разбирается в аналитике. Это наш ведущий аналитик в Яндекс.Метрике. И именно она помогала, и она делала своими руками вот те кейсы, которые мы покажем. Давайте посмотрим. Для тех, кто не знает, что такое Яндекс.Метрики. Я на самом деле очень удивляюсь, когда в Яндекс приходят люди, которые не знают, что такое Яндекс.Метрики. Такие на самом деле есть. Итак, это очень популярный сервис аналитики сайтов в России. Самый популярный. Второй по популярности в мире. Что с его помощью можно делать? Во-первых, анализировать то, что происходит на сайте, откуда приходят люди, что они делают, какие страницы они смотрят, с каких устройств они приходят, откуда они это делают, по географии, по полу, по возрасту и так далее. И вот все эти данные мы предоставляем в агрегированном виде и в несамплированном виде, то есть в виде сырых данных. Кроме того, этот сервис дополнен, эти агрегированные данные дополнены записями визитов, то есть тем, что конкретно люди делают в течение всего визита, как они двигают мышью, куда они кликают. Мы формируем из этого тепловые карты и показываем прямо на страницах, что же там происходит. И вместе с этим мы еще и мониторим, работает ли сайт. То есть если сайт не работает, мы показываем это в специальном отчете. То есть вот этот сервис, все в одном, фактически показывает вам полную информацию о том, что же происходит на сайте. Без ограничений, без сэмплирования, с возможностью выгрузить сырые данные и на этих данных еще и поиграться. Но так как я буду говорить со стороны маркетинга, а Маша будет говорить со стороны аналитики, то давайте я уж, у меня там минута славы, немножечко расскажу вам, что же у нас в маркетинге за боли. Вы сегодня с утра еще немножко говорили о том, какие задачи есть у маркетологов, но давайте посмотрим. Нам выдают бюджет, и очень многие думают, что бюджет, который отдан маркетингу, это все, потерянные деньги для компании. Конечно, есть люди, которые, не знаю, тратят этот бюджет, делая вечеринки у бассейнов и заказывая Lamborghini. Но на самом деле обычно мы так не делаем. У нас все деньги подотчетные, и если мы покупаем себе Lamborghini, то на оставшиеся уже. Фактически, когда мы отчитываемся, мы делаем это в зависимости от разных KPI, ключевых показателей эффективности. И в метрике у нас тоже есть разные KPI. Мы меряем аудиторию, которая приходит нам на сервис, и меряем активную аудиторию, недельную аудиторию, месячную аудиторию, меряем то, как она меняется, растет, падает, почему она это делает и так далее. А естественно, для рекламных кампаний, которые мы запускаем в метрике, да, мы рекламируем метрику, несмотря на то, что это популярный сервис. И рекламируем ее, например, за рубежом, где он все-таки второй по популярности. И, соответственно, мы должны вымерить все шаги, все конверсии по воронкам. А какие у нас есть воронки? Те люди, которые познакомились с сервисом, зарегистрировались, поставили счетчик и постоянно его используют. Так как мы знаем конверсию, так как мы знаем, сколько денег мы потратили на рекламные кампании, мы еще и можем узнать, сколько же стоило нам достижение каждого шага. И, соответственно, оптимизироваться на этой части. И так как мы знаем, сколько денег мы потратили, сколько мы получили, мы можем попробовать оптимизироваться, в том числе и по возврату инвестиций. Но это уже немножечко труднее в смысле метрики, но тем не менее это важный KPI для маркетолога, когда он работает в какой-либо компании. Итак, когда мы говорим о рекламных кампаниях, очень важно еще и понимать для нас, как для маркетологов, то, что люди не рождаются, как бы люди рождаются, да, постоянно. Но тем не менее, они не приходят в сервис постоянно.
их какой-то объем немножечко ограничен. То есть мы можем оплачивать одного и того же человека, даже запуская новые каналы, новые рекламные активности по нескольку раз. Кроме того, это вполне нормально платить за человека по нескольку раз. И это нормально постоянно с ним взаимодействовать и следить за тем, как он продолжает возвращаться на сервис и, соответственно, пытаться как-то это тоже оптимизировать, уменьшать количество людей, которые отваливаются от нашего сервиса. Ну и так как мы знаем, сколько денег мы потратили, так как мы знаем, что же приносит нам этот человек, мы можем померить его ценность, сколько он нам принесет за всю свою какую-то определенную жизнь. Итак, KPI у нас бывают разные. У некоторых KPI достаточно простые, у некоторых KPI посложнее, но тем не менее очень важно мерить все в цифрах. И тут как раз приходите вы нам на помощь. Все маркетологи мечтают о том, чтобы эти KPI и рекламные кампании оптимизировали сами собой. В том, чтобы была такая волшебная кнопка «Бабло», которую можно нажать, и в итоге она вам сделает все сама. А ты сидишь и выбираешь цвет Lamborghini или чего-то там еще на оставшиеся. Хорошо, что же мы можем сделать с машинным обучением? Мы можем узнать о том, что люди будут делать дальше. То есть мы можем попробовать предсказать, что же будет, будет ли какая-нибудь конверсия, принесут ли эти люди нам денег, а сколько денег они нам принесут. А если они принесут нам денег, то в течение какого-то периода. А кроме того, аналитики могут помочь маркетологам, например, оценить рекламную кампанию. Очевидно, что в метриках может быть какой-то тренд. Например, весь сегмент рынка растет, и на волне вот этого общего роста померить эффект именно от вашей рекламной кампании нам может помочь машинное обучение. Мы предсказываем бейзлайн и смотрим, насколько он изменился. Также аналитики могут помочь маркетологу сегментировать аудиторию, выделять какие-то сегменты, искать похожих, либо работать с ними отдельно. Но сегодня мы хотим рассказать вам больше про предиктив, про то, как мы предсказывали конверсии в сотрудничестве с магазином 220 вольт. А мы решили вместе с ребятами попробовать предсказать для каждого пользователя, совершит ли он покупку в течение следующих 7 дней. Ну и поскольку у нас такой Data Science технический метап, я хотела бы немного остановиться на инструментах, которые мы использовали. А как вы можете прочитать на наших футболках, естественно, мы использовали данные Яндекс.Метрики. А все данные мы хранили и обрабатывали в нашей Subodo ClickHouse. И, ну, без сомнения, мы использовали машинное обучение. Ну и немного поподробнее про все эти инструменты. А в Метрике есть очень классная функциональность Logs API. Она позволяет вам выгружать сырые данные. То есть вы можете получить данные о том, что конкретный пользователь в такое-то время зашел на ваш сайт, какие действия он делал, сколько он провел на вашем сайте. Более того, можно получить эти данные в удобном формате, без какого-то сэмплирования и за всю историю. То есть вот с того момента, как вы поставили метрику, все данные мы храним и готовы отдать вам для более подробного анализа. А естественно, нам нужна какая-то база данных, чтобы работать, хранить данные, обрабатывать. А поскольку метрика работает на ClickHouse, мы знаем ClickHouse хорошо, то без сомнения мы выбрали его. А вообще пару слов про этот инструмент. ClickHouse — это open source. Соответственно, вы можете использовать его и для коммерческих целей. Это такой SQL-like диалект, но у которого есть стероиды. Например, в ClickHouse можно очень легко считать воронки, что не так просто сделать на обычном SQL. Ну и главная фишка ClickHouse — это в том, что он не тормозит. Наверняка многие из вас работали с каким-нибудь Hadoop или MapReduce, и вам знакомо, что ты запускаешь скрипт и можешь пойти пить кофе в Starbucks на полчаса, потому что он не отработает за 5 минут. Вот с ClickHouse такой проблемы нет. Ну и, естественно, самое главное, самое интересное — это машинное обучение, а главное в машинном обучении — это данные. Мы выделили такие две категории фичей для пользователей. Во-первых, это характеристики самого пользователя. С какого устройства он пришел, какой у него был браузер, в каком регионе он проживает, и какие-то поведенческие характеристики, то, как пользователь заходил на сайт, когда, сколько он провел там времени, делал ли покупки, когда делал покупки и так далее. Ну и когда мы построили модельку, естественно, мы решили посмотреть, а что же вообще самое важное для нашей модели. Ну и видно, что
самые жгущие фичи — это число дней с первого последнего посещения. Но тут же можно заметить и строку про регион Санкт-Петербург и Ленинградская область. Честно говоря, когда я увидела ее в первый раз, посмотрев, я подумала, что у нас в данных есть какой-то мусор. Ну, как-то ты не ожидаешь увидеть Санкт-Петербург как более значимый фактор, чем Москва. Но когда мы стали общаться с ребятами из 220 вольт, для них это не стало сюрпризом. Для них вообще Санкт-Петербург — это базовый регион, и ожидаемо, что аудитория там более лояльная, чем, например, в Москве. Соответственно, так наша модель, она смогла выявить какие-то характеристики, которые мы сами не знали. Ну, естественно, мы, когда обучали модель, мы пробовали кучу разных алгоритмов. Все достаточно стандартно. Мы подбирали гиперпараметры на кросс-валидации, потом на холдауте оценивали качество. Выбрали в качестве метрики AUCROG, поскольку предсказывали вероятности. Ну и лучший алгоритм у нас показал метрику порядка 0,9. Ну и немного покажу, что же мы вообще пробовали. Мы пробовали KNN, Random Forest, логистические регрессии, ну и ожидаемо выиграл градиентный бустинг. Тогда у нас еще не было кат-буста. Немного расскажу про какие-то тонкости, с которыми столкнулись, когда вообще работали с этой моделькой. Первое, если у вас есть магазин, вы наверняка знаете, что классы там получаются очень несбалансированные. То есть сотни тысяч человек приходят на ваш сайт, покупают и делают какую-то конверсию, буквально единицы. И если просто взять классификатор, настроить ему в качестве основной метрики accuracy, попросить его предсказывать, он просто всегда будет вам говорить, что никто на вашем сайте ничего не купит. Чтобы бороться с этой проблемой, мы выбрали стратегию андерсэмплинга. И когда вообще обучили классификатор, решили посмотреть, а что он предсказывает. И построили распределение по вероятности того, что пользователь совершит покупку. Ну и здесь такая грустная правда для маркетологов, что более 80% пользователей имеют вероятность конвертироваться меньше 5%. Ну, человеку, который занимался вместе с нами, вместе 20 вольт, именно этим кейсом, мы показали этот график, но не показывали его руководству, чтобы оно не слишком сильно печалилось по этому поводу. Еще одна такая тонкость — это выбор периода. То есть насколько назад мы должны смотреть, чтобы рассчитывать фичи. Ну то есть значимо ли для нас, что пользователь 5 лет назад пришел к нам на сайт с поиска, а с тех пор мы его не видели. Здесь, естественно, есть такой трейд-офф. Во-первых, чем больше истории мы смотрим, тем больше мы знания пользователей как-то учитываем. Но с другой стороны, чем больше истории мы смотрим, тем больше это данных, сложнее с ними работать, дольше считать. И, возможно, вообще это совсем не важно, то, что пользователь заходил к нам 5 раз 10 лет назад. А сначала мы выбрали как-то отчасти экспертно, стали смотреть на 2 недели. Но затем решили увеличить этот срок до 2 месяцев, подумав, что 220 вольт — это все-таки сайт, который продает технику, роторные машины, молотки. И вряд ли вам нужно покупать молотки каждую неделю, и вы будете делать это настолько часто. Соответственно, когда мы увеличили период до 2-3 месяцев, это вырастило нам метрику качества достаточно сильно. Хорошо. Итак. Вот мы собрали эту аудиторию, вот мы начали предсказывать, что же они будут делать, будут ли эти люди делать какие-либо конверсии. Что нам делать дальше с этим? Все-таки, конечно, да, прекрасно, интересно, но нужно как-то это использовать на практике. Мы разбили всех посетителей по несколько групп. Те люди, которые наиболее вероятно сделают покупки, они молодцы, они у нас в какой-то не очень большой группе, как мы поняли по графику. И те, которые, в принципе, готовы сделать покупки, может быть, они сделают, скорее всего, может быть, и нет. Те, которые в среднем, скорее всего, не сделают покупки, те, которые, может быть, совсем никогда не сделают покупки и просто пришли на наш сайт случайно, чтобы увидеть там новую коллекцию бензопил. И фактически этих пользователей мы обновляем каждый день. То есть каждый день человек может перейти из одной группы в другую в зависимости от того, что у него произошло в истории. И каждый день мы для этих пользователей обновляем принадлежность к сегментации. Эту сегментацию мы делаем на основе параметров посетителей. Это возможность в Яндекс.Метрике. Эти сегменты в дальнейшем мы загружаем в рекламный кабинет Яндекс.Директа.
А Яндекс.Директ — это возможность рекламироваться на поиске Яндекса и на сайтах партнеров рекламной сети Яндекса. Фактически мы можем обращаться заново к нашей аудитории, которая уже была на сайте, либо пока искать какую-то похожую аудиторию, либо искать эту аудиторию где-нибудь на сайтах рекламной сети Яндекса. Именно это мы и сделали. Мы разделили людей, разделили рекламное объявление на тех, кому мы показываем в зависимости от принадлежности к сегментации, и для того, чтобы у нас был какой-то понятный тест на тех, на кого мы не делаем никакие вот такие специальные дополнительные настройки. Но прежде чем запускать рекламные кампании, нужно было проверить на самой метрике, а действительно ли наши конверсии настолько хорошие конверсии по сравнению со средним на сайте. И вот здесь вы видите как раз то самое сравнение со средним группы, которая более вероятно сделает какую-то покупку. Как видите, результаты достаточно неплохие. То есть мы действительно предсказываем конверсии. Итак, когда мы обращались к людям на поиске, мы корректировали ставки. Что значит? Это значит, что мы повышали ставки для тех, у кого вероятность выше, понижали ставки для тех, у кого вероятность ниже. Это, в принципе, не сильно повлияло на конверсии в данном случае, но заметно, что группа с хорошим предсказанием имеет более высокую конверсию. Когда мы делали ретаргетинг, то есть обращались повторно к посетителям нашего сайта, здесь у нас были гораздо более интересные результаты. Здесь мы получили гораздо больше денег, чем даже ожидал сам клиент, то есть тот человек со стороны 220 вольт. Мы получили выше процент конверсии, мы получили больше денег, но при этом мы потратили немножко больше денег. Но эти траты окупились. Когда мы запустили рекламу на рекламной сети Яндекса, то есть начали обращаться к этим пользователям, которые путешествуют по разным другим сайтам, то здесь мы тоже получили больше дохода. То есть не только вернули те деньги, которые потратили, но еще и вышли в плюс. Итого, если вытаскивать вот эти все цифры, если показывать результаты начальству и так далее, то нам есть, в принципе, что показать. Мы получили больше денег, мы потратили немножечко больше, но окупили это, и наша конверсия в покупку выросла. Ну хорошо, у нас есть вот такой кейс про предсказание конверсии, и это только одна часть, которую мы можем делать. Но еще и очень интересно узнать, а сколько же денег принесет нам тот или иной пользователь, которого мы привлекли. Мы же потратили на него деньги. Мы его купили, может быть, несколько раз. Очень интересно узнать, а действительно ли эти деньги нам вернутся. И в этом случае очень интересно предсказывать, а сколько денег этот человек принесет, сколько денег он принесет в среднем в чеке, который у него будет. И здесь мы работали с клиентом из категории travel. И это уже совершенно новый, другой бизнес. Соответственно, новый бизнес, новые задачи. Во-первых, если мы подумаем вообще про категорию travel. Часто, например, я, когда еду в метро, я могу выбирать направление, смотреть билеты, отели, а бронировать я буду уже вечером, вернувшись домой, сидя за компьютером, собрав все нужные документы, кредитки, в какой-то спокойной обстановке. Я уверена, что многие люди делают так же. Соответственно, нам важно уметь как-то объединять пользователей и понимать, что вот этот кука на мобильном и вот другая кука на десктопе — это на самом деле один человек. Благо в Яндексе есть крипто, которая умеет это делать, и, соответственно, мы в этой новой задаче стали объединять наши вот обычные браузерные куки в какого-то такого суперчеловека. Фактически у нас машинное обучение в машинном обучении получилось. Более того, если подумать про travel, у нас есть разные вот прям сильно разные use cases. Во-первых, это есть люди, которые ездят в бизнес, в командировки, а есть люди, которые раз в год приезжают с семьей на пляж отдохнуть на 2 недели. И поэтому какие-то соцдем показатели о том, какой это пол, возраст, какие у него интересы, могут быть тоже очень полезным подспорьем для нашей модели, чтобы она научилась предсказывать предсказания пользователя. К счастью, в Яндексе крипто умеет делать и это. Соответственно, это мы тоже добавили в качестве фичей нашей модели. Ну и в travel это часто бывает такой достаточно долгий кейс. То есть вы можете выбирать и планировать свое путешествие достаточно долго. И если
учитывать какие-то промежуточные действия, то есть до какого шага сейчас пользователь дошел, сохранил ли он что-то в избранном, выбирал ли он конкретный отель или он уже забронировал билеты, то это тоже может дать какое-то понимание о том, какой текущий статус нашего клиента. В метрике для этого есть такое понятие, как достижение целей, то есть какое-то действие целевое на сайте. И, соответственно, это мы тоже скормили в нашу модель. Ну и, соответственно, у нас получились новые значимости признаков. Здесь видно, что возраст и пол действительно имеют значение. Ну и также есть три такие цели, которые сконфигурировал клиент у себя в метрике, которые тоже были хорошим предиктором для нашей модельки. Пол, возраст, если подумать, это категориальные признаки. И более того, примерно в то время, когда мы начали заниматься этим кейсом, появился CatBoost в open source, мы решили просто взять и применить его. И выяснили, что даже без какого-то дополнительного тюнинга параметров мы получаем лучшее качество для нашей старой модели, для 220 вольт. Ну и в новой модели нам не нужно было как-то дополнительно работать с категориальными фичами. Соответственно, сейчас мы используем градиентный бустинг не XGBoost, а CatBoost и радуемся этому. Ну и еще одна такая тонкость. Когда мы стали работать с чеком, мы заметили, что там есть какое-то количество outlier-ов, то есть людей, которые тратят на вот это путешествие просто кучу денег. То есть это могут быть миллионы рублей в месяц, миллионы рублей в неделю. Ну, мы подумали, что, скорее всего, это какие-то люди в travel support департаменте, то есть те, которые бронируют бизнес-командировки для начальников, руководителей. Соответственно, для них, на самом деле, нам не очень интересно показывать рекламу, они все равно будут бронировать. И мы просто убрали эти аутлайеры из модели, чтобы они не перекашивали нашу выборку, и стали таргетироваться на остальных людей, и это тоже позволило нам предсказывать чек более хорошо. А сейчас у нас этот проект еще в такой стадии тестирования, но мы уже научились предсказывать чек с средней ошибкой порядка 15%, что, в принципе, достаточно хорошо. Хорошо. Но вот когда мы показываем такого рода кейсы клиентам, когда мы говорим, что вот мы можем предсказывать конверсии, вот мы можем увеличивать ваши доходы, вот мы можем показывать, сколько денег вам эти люди принесут, клиенты, конечно, в полном восторге и думают, что вот да, сейчас мы поедем на волшебном единороге ловить кнопку бабло, там, собирать все золотые горшочки и так далее. Но на самом деле далеко не всегда так. И иногда бывают какие-то внешние или внутренние вещи, которые могут сильно мешать тому, чтобы внедрить вообще эти кейсы. Это могут быть разработчики, которые недовнедрили что-то на сайте. Это могут быть поддержка маркетинга, которая не сделала правильные настройки в рекламных кампаниях. Это может быть просто слишком большое время, которое занимает вообще внедрение того или иного машинного обучения. Иногда проще нанять толокеров, каких-то внешних людей, которые сами все расскажут и на которых можно сделать какие-то тесты. А иногда это могут быть вообще совершенно внешние факторы, такие как сезонность, или когда конкурент внезапно запустил очень большую рекламную кампанию, или какой-то внезапно новостной повод, который совершенно перебивает все остальное и, соответственно, мешает нам рассчитывать правильно наши результаты. А кроме того, всякий раз, когда мы пытаемся запустить что-нибудь подобное, мы понимаем, что не всегда у нас достаточное количество данных. И для очень многих маркетологов это прямо большая боль. Да, у нас есть какие-то конверсии, да, у нас есть какие-то посетители на сайте, да, у нас есть что-то в мобильных приложениях и так далее. Но, во-первых, это все нужно объединить, во-вторых, нужно удостовериться, что это все мачится правильно, а в-третьих, нужно понимать, что это все постоянно и стабильно для того, чтобы модель могла правильно все предсказывать. Ну и самая большая боль — это, собственно, когда не выстроены процессы, когда не считаются правильно KPI, когда не понятно, по каким результатам мы меряемся. Не нужно запускать какие-то корабли космические, когда у тебя сцена Большого театра еще не достроена. Вот. Ну хорошо, тем не менее, я надеюсь, что мы рассказали вам о том, как вы можете помочь маркетологам своими мозгами, своими руками и своими знаниями. И фактически это только два кейса. Есть еще куча других возможностей и рекомендательные системы, и бейзлайны и так далее, которые
с которым вы тоже можете помочь маркетологам. Не бойтесь маркетологов. Маркетологи — это те люди, которые тоже хотят кушать и которые готовы вместе с вами как-то решать совместные задачи. Ура, спасибо. Давайте поаплодируем Маше и Саше. По поводу других кейсов, как раз у нас это будет все в продолжении программы. Готовьте вопросы из зала, я сейчас к вам подойду, но сначала есть небольшой вопрос из онлайна. Вы немножко говорили про это на последнем слайде, про реальную жизнь, про то, какие трудности могут быть и про сайт. Вот такой вопрос. Возможно ли как-то на основе проведенного анализа понять, что не так с сайтом или сервисом, чтобы повысить конверсию? Ну, это очень такой общий вопрос, честно говоря. Для этого у нас вся метрика выстроена. Хорошо, ответили. Еще есть вопрос онлайн, я его задам позже. Давайте из первого ряда. Спасибо большое за доклад. У меня есть два вопроса. Первый технический. Почему вы использовали именно CatBoost, а, например, не LightGBM, он тоже умеет работать с категориальными фичами. И второй вопрос. Как вы именно предлагаете использовать толокеров? Там будет у них задание съездить в отпуск, что ли, или что вы имели в виду? Спасибо. Про фреймворки мы пробовали разные. CatBoost, у него есть сравнение качества, и он выигрывает на LightGBM, у LightGBM на стандартных задачах. Также было с нашей. Еще вопрос? Да. Второй, Саша. А второй, ну, допустим, там хочется проверить какие-нибудь результаты тех же самых рекомендаций и попробовать настроить на них что-нибудь. Не обязательно для рекомендаций использовать исключительно машинное обучение. Можно для этого делать это каким-нибудь там тестированием, не знаю. Ну, например, классификация нежелательного контента. Ну, можно нанять человека, который просто будет тебе размечать нехорошие статьи, если их не сильно много. Контент 18+. Привет, спасибо за доклад. Меня зовут Рустем. Вопрос такой. Когда вы говорили про travel case, там были те клиенты, у которых очень большой средний чек, и, соответственно, ну, вы их решили отбросить. Вот интересно так, ну, размышление на эту ситуацию. Как в стандартном случае лучше поступать? То есть, казалось бы, если есть клиент, который очень много приносит денег, может быть, стоит для них построить отдельную модель или, наоборот, отбросить клиентов, так сказать, обычных и сконцентрироваться только на них? Вот как обычно принимается такое решение? Ну, вряд ли будет очень много клиентов, которые приносят очень много денег. Они суммарно могут приносить больше. Но кажется, здесь все зависит от бизнес-задачи. Мы хотели именно делать модель для обычных людей, обычных пользователей, а не вот для этого бизнес-сегмента. Соответственно, мы отфильтровали тех, кто нам не интересен. Естественно, если мы будем таргетироваться вот именно на тех людей, захотим для них делать какое-то предложение отдельное, то мы можем выделить их и пытаться искать похожих на них какой-то другой моделью. Но, тем не менее, я все-таки беспокоюсь о количестве данных. Ну да, данных, естественно, их будет немного. Добрый день. Я хотел спросить про первый кейс, про предсказание покупки на 220 вольт. Вы построили модель, она хорошо предсказывает покупку, но вдруг она хорошо предсказывает просто регулярных покупателей, которые независимо от рекламы все равно купили. Как вот вы отличили вот таких регулярных, которым показывай, не показывай рекламу, результат один, от тех, кому покажешь рекламу, они купят, не покажешь рекламу, они не купят? АБ-тест. Ну, мы провели честный АБ-тест и стали смотреть на то, как у нас выручка изменилась в А и Б-группе. А в Б-группе, как вы выбрали Б-группу, которой вы не показывали рекламу? Вы клали в Б-группу? Нет, мы делали не рекламу, мы рекламу вообще регулировали ставками. То есть чем выше ставка, тем выше вероятность, что этому клиенту реклама покажется. И вот по нашей модели мы делали корректировки. На А-группе были корректировки вот без корректировок, обычная ставка. На Б-группе были корректировки, которые изменялись в соответствии с нашим алгоритмом. И вот две эти группы мы сравнивали между собой. Хорошо, спасибо. На самом деле у нас уже заканчивается время. Хорошо, что вы задали такой ажиотаж с вопросами, но у нас будет перерыв, и в течение него можно будет подойти к Саше и Маше. Вы же никуда не уходите. Уходите? Ну или… Ну, а вот контакты есть. Можно им на почту написать. Давайте еще раз поаплодируем Саше и Маше. Спасибо большое за интересный доклад.